Здорово! С вами Чак, а это новости 2x2. Единороги и криптовалюты. Звучит странно, но весело. Вышел первый официальный трейлер крипто-мультсериала «Take My Muffin» в озвучке «Кубик в кубе». Работает над ним Павел Мунтян, наиболее известный по мистеру Фриму. В центре сюжета потерявший память единорог, который постоянно выдает гениальные идеи стартап. Судя по трейлеру, это будет кислотное путешествие в мир Кремниевой долины. Кстати, мультсериал делают совместно 2x2 и видеосервис «Премьер». А трейлер «Человек-паука» выпустили с приключениями. За день до официального выхода ролик слили в сеть. Причем запись была ужасного качества, снятая на телефон, который снимал другой телефон. Идея для следующего фильма Кристофера Нолана. Но, к счастью, создатели отнеслись ко всему с юмором и обшутили ситуацию в своих социальных сетях. Одно появление доктора осьминога чего стоит. Вот я всегда хотел попробовать бокс. Очень успокаивающий спорт. Уже в октябре нас ждет, пожалуй, самая странная аниме-адаптация. За ее основу возьмут фитнес-боксинг. Это игра на Nintendo Switch. В ней под ритм музыки нужно повторять движения инструктора по боксу. В центре сюжета аниме будут те самые тренеры, но покажут нам их жизнь в нерабочие часы. Ну а что, и они заслуживают своей истории. Да? Ну а с вами был Чак. Смотрите 2x2, читайте 2x2 медиа и будете знать все новости поп-культуры.